Транспортные средства для доставки кормов «Эковрак» проектируются для обеспечения высокой производительности и надежности. Большое верхнее загрузочное отверстие позволяет очень быструю погрузку и обеспечивает оптимальное заполнение. Сердцевидная форма полуприцепов «Эковрак» позволяет оптимизацию объема. Полуприцепы очень компактны. Их длина составляет всего 10,34 метра при объеме 52 кубических метра. Низкий центр тяжести обеспечивает превосходную устойчивость. Гидравлически управляемая задняя ось позволяет маневрировать даже в самых узких местах. Эта ось облегчает также загрузку кормов в хранилище силосного типа. Сочетание полуприцепа «Эковрак» с тягачом, оснащенным гидравлическим усилителем и четырьмя ведущими колесами, гарантирует превосходную проходимость. Шнековая система обеспечивает скорость разгрузки более 100 тонн в час без пыли и смешивания кормов. Благодаря наличию пульта радиоуправления и бортовой видеокамеры загрузка кормов в хранилище силосного типа проводится очень быстро. Если хранилище силосного типа не оборудовано верхним отверстием, возможна разгрузка с помощью нагнетательной установки со скоростью 25 тонн в час. Специальный разгрузочный люк позволяет осуществлять разгрузку в яму с высокой скоростью. Дизельный двигатель, установленный на полуприцепе, обеспечивает полную автономность и возможность использования топлива, не облагаемого налогом. Каждый отсек оснащен V-образным разгрузочным конусом. Разделение на отсеки адаптируется в зависимости от потребностей. Количество отсеков может варьироваться от 5 до 10. Извлечение кормов со дна кузова осуществляется цепным транспортером. Тефлоновые скребки обеспечивают эффективную очистку. Цепной транспортер не требует никакого специального обслуживания. Для обеспечения полного опорожнения в качестве опции предлагается система «Экофан». Наша продукция разрабатывается и изготавливается в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза 2006/42/ЕС в отношении безопасности машин и оборудования. Выпускаемые нами транспортные средства прошли также сертификацию RCE, позволяющую их регистрацию повсюду на территории Европейского Союза. Для обеспечения соответствия требованиям к отслеживаемости доставляемых кормов и упрощения доставок компания «Эковрак» разработала панель автоматического управления. «Эковрак» регистрирует операции по открытию и закрытию люков, используя систему позиционирования GPS. Отслеживаемость гарантируется. Автомат управляет также запуском различных механизмов, обеспечивая эффективную разгрузку транспортного средства и облегчая работу водителя. Компания «Эковрак» обеспечивает проектирование и все этапы производства транспортных средств для перевозки кормов, начиная с изготовления оцинкованных шасси. Проектирование осуществляется в конструкторском бюро компании, которое оснащено системой автоматического проектирования в 3D. Цистерны для кормовозов полностью проектируются и адаптируются к шасси, выбранному заказчиком.